Артистов приглашают посетить концерты проекта «Филармония для школьников». Ее реализуют в рамках программы «Пушкинская карта». Горожане уже посмотрели несколько программ. Вокальный ансамбль солиста Югры представил произведения на стихи великого поэта, в том числе арии из опер Чайковского, «Евгений Онегин» и «Пиковая дама». Задача проекта «Филармония для школьников» – познакомить детей и подростков с классической музыкой и воспитать интерес к искусству.